Пеги 18. «И пал на землю грешную дождь из ракет, и стала земля пеплом! И вскипели моря, и люди в тени обратились! Так не убоимся же еретиков, что к нам пожаловали! Хоть и стоит у наших ворот их конь железный, маслом машинам смердящий, оком электрическим сияющий!» «Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Даже те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему». «Мы не убоимся! Встретим во всеоружии врагов наших, ибо настал наш час! Аминь!» «Пойдем, Артем». В любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. За жизнями нашими пришли, то не убоимся! Добрались, значит, еретики проклятые! Артем, прыгай!